сказала, работы полно. Те, кто пропал без вести. В лес? Он хочет затащить меня в лес? Издеваетесь? Курва! Нет, ты сделаешь только хуже. Да я понял, я понял. Так, у нас проблема. Мятежники заминировали дорогу на восток, которая нам нужна. Чтобы проехать, нужно договориться с Корриганом, гранд-маршалом траншейного города, а он с незнакомцами не церемонится. К счастью, я сказал той юной леди, что мы едем на восток, и теперь... Ты растрепал, куда мы едем? Да, я бы и не стал, но оказывается, она с Корриганом. Она ему нас представит, если мы поможем ей доставить груз. И что это за груз? Побрыкайся мне еще. Я с тобой сразу покончу. Всегда можно все исправить. Ты? А ты кто? Чанна? Я сбежала на край света, чтобы в этой жопе встретить тебя? Чтобы ты водкой захлебнулся. Я не удивлен, что тебя снова повязали. Курва. Девчонка. Твоя знакомая? Это было очень давно. И у нее есть повод тебя ненавидеть? Несколько. Я осмотрюсь. Что это за место? Этот перевал – зона маршала Каллина между городом в ущелье и траншейным городом. Вся древесина на постройку траншеи идет отсюда. Осталась одна грязь.
Тут кто-нибудь есть? Эй! Эй! Тут есть кто? Я не могу выбраться со склада, тут повсюду эти гады! Эй! Вы что, меня умирать тут бросили? Эй, я слышу. Уже иду. О, слава богу, спасибо! Какой я идиот, что взялся за эту работу! Надо было остаться... Там хотя бы нет этих проклятых чудовищ! Думаешь, повезет? Мать вашу, они прислали алиума! Как мы должны удержать этот дом? Я здесь не ради вас. Черт! А нам нужна помощь! Мы потеряли связь с нашим лесным поселком в долине. Может, мерзкие твари уже обладали лица моим рабочим? Я не знаю! Что там с лесными поселками? Кто-то пытался разобраться? Я посылал людей. Нам нужен этот лес, чтобы укрепить траншеи. За любые задержки мы платим жизнями. Но никто не вернулся назад. Я знаю, у тебя дел по горло. Ты же ведь алиум. Но, может, ты узнаешь, что там случилось? Ты получишь свою долю. Я помогу, но только один раз. Алиум! Я напугался. Калин, где находится лесной поселок? На лифте можно добраться до центра. Охранять арсенал. Хорошо, когда... Здорово, но не по мне. С ума со звуки сойти. Эй, Алиум, слышишь? Выясни, что за хрень там творится. Нужно вернуться к работе. Да, понимаю. Я человек дела, понимаешь? Я дал гарантии и должен слово свое сдержать. Работу нужно возобновить, ты понимаешь? Струд.
дайте знать Корригану. Скажите, что лагерь под контролем. Он получит первую поставку завтра. Корригану? Этот Каллен еще даже не понял, что потерял свой бизнес. Корриган будет лучше управлять продажами древесины. И нам выгоднее. Зачем Корригану захватывать лесной поселок?
Ладно, давай, идем. Что? Как? Опять новые хозяева? Новые хозяева? А где же старые? Я не знаю. Кто-то приходил от Корригана, да. И всех убили. Но неважно. Мы делаем, что говорят. Валим лес, носим воду. Плевать, кто нами помыкает. Так, к хренам это. Тут только я. Ты свободен. Нет, нет, нет. Что? Нет. Позволь остаться. Они опять пошлют меня на войну. В траншеи. А здесь я работаю. Меня тут кормят. Прошу, поверь. Ну, ладно. Надо рассказать Калину, что тут творится. Никто. У нас не осталось дерева. Вот если. Я нашла лагерь. Все... Все твои работники в полном порядке. Корриган захватил поселок. Корриган! Черт! Мы же вроде как союзники! А он ворует! Какого хрена? И все его люди убиты. Теперь Корриган мне кишки выпустят. Слушай, если увидишь его, ты скажи ему, что я тут ни при чем. Ага. А чего еще сделать? Отдавай мою награду, и все. Ладно, скажи Корригану, что я ни при чем. Это...
я сказал, мы отправим берег. И что? На дороге полно бандитов. Мы тут вообще бессильны.